Ребят, всем большой приветик! С вами я, Настя, и сегодня будет очередная распаковка с угадать, какого магазина Барбинец. Итак, и еще насчет видео, которое я там выкладывала у себя в телеге, оно обязательно сегодня выйдет. Ну, постараюсь сегодня там сейчас лучше, а сейчас хочу перейти к распаковке магазина Сварбинца. Но поскольку это моя уже не первая распаковка, я надеюсь, все распакуется быстрее. Давайте оставим на этом канале. Вот такая пушистая очишка. Но я что-то похоже заказывала Сминкс. Только идти с мне не нравится коробка, потому что она помятая вся такая. Но давайте откроем ее содержимое. Так. Мясо. Хорошего ты не хочешь. Так, ну, я подтяну. И порвай саму штуку. Вот так. Слегка порвали. Достанем водичку. Ага, вот так, ставим что-нибудь. Та-дам! И вот такая наша Алиса. Из сказочного батальона, второй сезон. Ну, пахнет. Сейчас скажу, кофе. И вот так она... Пахнет очень вкусно. А пахнет она именно ягодным. Ягодным ассортой. Ну, короче, со вкусом ягод. Ладно, давайте следующее. А следующее я заказала значки из нашей самой вредной девчонки Саши. У меня не упала. Хоть она и вредная, но мне эта девушка почему-то нравится. Не знаю почему, но я и писала пользу. Поэтому сказала с ней пару значков. И я еще сказала значки с Владимиром из третьего сезона. Астер Няна и Нахим, который приедет уже, кстати, завтра. И что? Будешь открываться? Вот, мы открываем. Так. О, у нас еще упаковка упаковки, ребят. Да-дам! Вот такая наша Люпава. Вот здесь она. И следующее сейчас тоже покажу. Ну, упаковка довольно, кстати, интересная. И следующее у меня вот она. Вот такая вот наша. Вот. И у самого такая упаковка. А следующий я опять заказала в мешок, который может уже видеть. Вот. Сейчас все нужно. Теперь повторка. Обидно. Ну, повторку я кому-то, значит, отдам. У меня опять повторка, ребят. Ну, что ты будешь делать? Вот такие вот заказчики. И вот еще пачка. Пока-пока.